Так, друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, я очень рад видеть вас на канале. В этом видеоролике хочу вам показать и рассказать, как можно сделать своими руками быстро и довольно симпатично внутреннюю отделку помещения. А именно, я продолжаю потихоньку строить свою баньку. Всем рекомендую обязательно, те, кто не подписаны в телеграм-канал, друзья, ссылка есть в описании, переходите в телеграм-канал, я туда вставляю короткие видосы прям с момента стройки, то есть здесь и сейчас. Поэтому, кому интересно, как строится банька, как она идет поэтапно, разные моменты, всем рекомендую, заходите в телегу, друзья, там вы получите больше информации прямо здесь и сейчас, прям с места событий. Следующий момент. Отделывать комнату отдыха. Я долго склонялся к разным вариантам, будь это вагонка, будь это еще какие-либо материалы. В итоге мы остановились на строительных плитах Quick Deck Plus. Поэтому сегодня поговорим, что они из себя представляют. Дам вам пару классных советов, как их лучше монтировать на стену, как их закрепить. И покажу вам общий вид, как это выглядит. А выглядит довольно достойно. Ну и также не забывайте, на весь инструмент, которым мы пользуемся, которым мы работаем, друзья, есть ссылки в описании. Переходите, заряжайтесь к строительному сезону. И, конечно, исполняйте свои мечты. В общем, вам желаю приятного просмотра. Давайте потихоньку работать. Кратко немножко пробежаться по этапам. Соответственно, закрыв теплый контур, закатав все в пленку, сделав пароизоляцию, я делал обрешетку. Это черновая обрешеточка для будущей финишной отделки. Прежде чем начинать финишную отделку, соответственно, нужно протянуть всю электрику. У меня тут провода идут 3 на 1,5, это на свет. Потолок пока еще не знаю, чем планируется. Либо это будет натяжной, либо это будет вагоночка. Посмотрим, прикинем по ценам, по деньгам, что проще, что лучше. А там уже будет видно. Но в потолке у нас будут точечные светильники. Далее, все остальные кабеля, это, соответственно, на розетки, на силовые узлы. У меня тут планируется, соответственно, под телевизор, под нужды обычные хозяйственные розеточки. И розеточки пойдут в котельную, которые будут греть бойлер. Будет заложен теплый кабель в трубу, чтобы зимой подстраховаться и не заморозило трубу. Ну и разные другие задачи, то есть это питание вентиляции в парной, питание вентиляции в душевой, освещение в душевой. В общем, надо всю эту электрику развести и желательно спрятать в обрешетке, чтобы, делая финишную отделку, у нас были только накладные розеточки. Внутренняя отделочка у нас будет сделана из влагостойких шпунтованных строительных плит Quick Deck Plus. Изготавливаются они на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты, шпунтованной по 4 сторонам, что обеспечивает быстрый и легкий монтаж. С лицевой стороны, кстати, нанесена ламинация, то есть это декоративная такая бумага со специальным покрытием. Она невосприимчива к пятнам и соответствует 34 классу износостойкости. Довольно экологичный материал, плюс прост в монтаже. Ну и, соответственно, сейчас я вам покажу, как это все происходит вживую. Саму строительную плиту мы будем крепить к каркасу. Первое, это я использую жидкие гвозди. Такой у меня есть монтажный клей. Монтажный клей может быть абсолютно любой, но я стараюсь брать немножко гибридный и в котором написано «подходит в деревянных конструкциях». Это хорошо работает на подвижке. Дальше, друзья, у меня цвет строительных плит «Тортуга». Он такой серо-переливающий, светло-темный. В чем преимущество, друзья? Чтобы зафиксировать плиты на обрешеточки, я буду пробивать финишными гвоздями. Финишные гвозди у меня тоже оцинкованные, и их на плитах вообще не видно. То есть их можно найти только когда прям вплотную будешь рассматривать и потихонечку идти по шву, искать, где этот гвоздик. Это огромный плюс. Ну и, соответственно, друзья, третий момент. Не забывайте промазывать стыки строительных плит водостойким ПВА-клеем. То есть лучше использовать D3, в идеале вообще D4. Ну, если мы используем внутри, то есть можно D3 использовать, он тоже водостойкий. Им держится очень даже хорошо. А в остальном ничего сложного. Делай размер, пили, мажь жидкими гвоздями, жидким клеем, монтажным клеем, кто как называет.
промазываем шип-паз, ставим плиту, фиксируем финишными гвоздями. В общем, сейчас покажу. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Итак, друзья, как видите, работать с панелями довольно просто, ничего сложного, просто надо стараться аккуратненько зарезать в размерчик. Конечно, очень важно первую плиту, которую вы ставите, выставить ее максимально ровно, тогда швов вы практически не увидите. А сейчас мы подошли к моменту, тут у нас планируется щитовая, кусок в принципе несложный, вырезать его недолго, но прежде чем закрывать щитовую, потому что мы должны идти друг за другом панелями, мне еще не хватает вводного кабеля сюда, это раз, и не хватает еще, сейчас только подумал, слава богу, что вспомнил, надо еще сделать два вывода на улицу, один для розеток, один для питания на освещение. Поэтому, друзья, сейчас займусь уличными розеточками, завтра, думаю, сгоняю за кабелем питающим, который будет питать всю баню от щитовой на улице. И уже можно будет заготовить кусочек, его установить, сделать отверстие. Я уже потихоньку за кадром заготовил проходные узлы для щитовой. То есть будет стоять группа автоматов.
И, соответственно, как дойдем, тут у нас стенка вообще глухая, тут будет кайф монтировать, то есть не надо никакой подрезки, ну только один рез снизу либо сверху и вставляй друг за другом. Как будет все готово, то есть дойдем до угла, я все покажу в первую очередь в телеграм-канале, поэтому, друзья, те, кто не подписан, еще раз говорю, заходите, подписывайтесь. Ну и, конечно, в одном из следующих видео, то есть когда мы будем, допустим, возможно, ставить печь, мы ждем теплую погоду, чтобы крыша подтаяла, температурка была в плюс, чтобы сделать проходной узел в крыше и хорошо его загерметизировать. Мы ждем погодку по печи, думаю, тоже сделаю видос, много интересных плюшек. Можно рассказать, почему выбор пал на такую печь, полезные разные советы, какие-то рекомендации. В общем, информации много. Что касается панелей, рассветка есть разнообразная. Может каждый подобрать под свои вкусы, не знаю, чувства, цвет, под разные комнаты. Можете ознакомиться, я оставлю ссылку в описании, друзья. Переходите, посмотрите, потому что когда много окон, выглядит тоже круто, но запиливать, блин, конечно, очень долго. Но если у вас мало окон, сплошные стены, будь это какие-то в доме котельная, допустим, это офигенный материал для быстрой отделки стен в доме, особенно, которые нужны в первую очередь. Та же самая котельная. Я знаю, что мы даже сами лично сталкивались на объектах, когда начинаешь строить дом, нужна котельная под финиш, чтобы разогнать все коммуникации, повесить котел, бойлер, собрать группу, разводку, гребенку. То есть это все надо на финишное покрытие ставить. Плитку делать долго, муторно. Берем панели, зашиваем помещение наглухо. У нас готовый красивый результат. Поэтому, друзья, имейте это в виду. Панели также отлично можно использовать в спальне, в комнате, где угодно. Хороший класс износостойкости. То есть я тут хожу, бывает где-то поитрусь, бывает где-то цепанусь. Я уж думал, обдерусь. Нет, панели держат, все отлично. Материал довольно достойный. Поэтому, друзья, на этой ноте мы закончим. Я потихонечку сейчас буду ковыряться, пока не потемнело. Ну а с вами мы увидимся в следующем выпуске, поэтому подписывайтесь на канал, поставьте лайк. Ну и, конечно, напишите комментарий, поделитесь своим опытом. Еще раз спасибо, всем хорошего настроения. Скоро будем париться, наверное, надеюсь. Вроде осталось чуть-чуть дождаться поддон, подумать, чем котельную делать. Посмотрим, были бы панели, может бы и душевую панелями зафигачить. Но это ладно, разберемся. Что у нас еще? У нас еще полки. А, дверь надо заказать. Дверь, кстати, у меня в парную будет 800 на 2 метра. Я чуть-чуть побольше сделал. Потому что печка имеет хороший запас. А я ездил в узкие бани. Блин, ну, не знаю, неудобно. Я люблю, когда вот мощно. Ну, полки будем собирать, посмотрим. Тоже своя технология. Ну и, конечно, фурнитурка всякие. А, еще потолок. Тоже, да. Либо натяжной, либо вагоночку. По тому скату хорошо бить вагоночку, прям отлично. Вот тут у нас две ендовы. Угораздило меня две кукушки построить на крыше. Сейчас барнхаус влупил бы в вагон. Ну, это другая история.